Музыка, построенная на чувствах. В Ненецком округе стартовал проект «Вингвисё» по созданию 7 оригинальных музыкальных композиций на основе ненецкого фольклора. Об идее и целях этого музыкального проекта расскажет Василий Хатанзейский. С любовью к своим корням и земле своих предков исполняет эту национальную песню Тамара Выучейская, основатель проекта «Вингвисё» – «Мелодия тундры». Мои бабушки пели ненецкие песни, и мне стало очень интересно продолжить. То есть я как музыкант хочу продолжить, чтобы ненецкая песня звучала, и пришла идея создания этих песен. Но дело в том, что в нашем округе мало кто занимается написанием, аранжировкой и созданием качественных композиций, и захотелось это как-то донести до массового слушателя в качественном виде. Так и зародился проект, цель которого — создать альбом из 7 композиций на основе традиционного пения с использованием национальных музыкальных инструментов, таких как бубен, рога и копыта оленей. На удивление, из таких необычных для музыкантов инструментов создается своеобразная и завораживающая сердца мелодия. Звуки синтезируются. Мы единственное, от чего отказываемся, это от инструментов, которые можно услышать в поп-музыке, в поп-индустрии. То есть основа – это все-таки этнические инструменты. Некоторые мы синтезируем. А это все накладывается на голос. У песенного репертуара, который будут исполнять национальные коллективы, ненецкие корни. Авторами проекта была проделана большая работа по поиску и отбору композиций и придания им нового звучания. Пришло решение объединить профессиональных музыкантов и носителей традиционных ненецких песен, чтобы создать эти композиции. То есть мы брали старинные записи, также мы брали два произведения из книги «Этнические песни ненцев». Это большой научный труд, и мы решили дать ему вторую жизнь, чтобы эти песни были услышаны. Когда создается что-то новое, необычное и при этом сохраняется колорит национальной культуры, это вдвойне интересно для участников проекта. Проект очень интересный. Сказать, что я подобное услышал, и для меня это новое, наверное, первый раз в жизни, но тем не менее в команде это становится очень продуктивной работой, интересной, и мы зашли за небольшой срок времени уже так далеко, что мы не опираемся на созданную музыку, хотя в первоначальном этапе именно это мы и делали, мы смотрели, что уже было создано. Теперь мы создаем свое, непосредственно народное, и это как музыкальное дитя. В проекте приняли участие преподаватели ненецкого языка, профессиональные музыканты и хореографы национальных коллективов. Проект реализован на средства гранта Росмолодежи. Концерт-презентация по-настоящему эксклюзивных песен состоится уже в ноябре 2021 года. Новые вокально-хореографические номера покажут артисты этнокультурного центра Ненецкого округа. Василий Хатанзейский, Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин. Телеканал «Север».